А одной из команд удачи точно очень сильно пригодится. Да. Мне так кажется. Да, да. Ну, будем верить во всех, тем не менее. У красных, если не ошибаюсь, должна будет атаковать первая. Да, да, красные атакуют вроде как. Команда рандомов. Наверное, если что-то и можно будет сказать про пики, то это, скорее всего, про команду защиты, соответственно, про команду синих. Мы видим, что они уже взяли двух саппортов. И Люсио. В качестве двух дэмэдж-дилера, так сказать, будет выступать солдат и Мэй. Больше не для дамага, а для контроля. Да, скорее для контроля взяли Мэй, чтобы не дать быстро залететь красных. Так, у нас один отвалился из красной. Интересно, интересно. Рикторион пишет: хочу передать привет Игорю и Насте. Настя, Игорь, привет. Ты себя только что почувствовал, наверное, лет 10 назад, когда по ТВ, знаешь, такой чатик был из СМС? Да, 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 да. На Комтем ТВ. Где нужно отправить смс-очку, себя там снимут рублей 30-40. И ты, главное, сидишь и ждешь, когда покажут на телевидении твое сообщение, которое исчезнет через 3 секунды. И, кстати, посмотрим на команду атакующих. У нас тут будет два снайпера: Торбьорн, Рейнхард, Кулак, Думфист. И посмотрим, как они справятся с этим пиком. Это будет очень интересно. Да, крайне интересно. Пока следим за игрой нашего, скажем так, танка. Поставил турель, Торбьорн в таком месте идет, а вот он переставляет, все-таки додумался. И будет потихоньку пробивать. Ариса пока занимается пробиванием щитов у нас аркад. Так, пробили. Отлично. Это уже хорошее начало. Думфист пошел, пошел, пошел. Молодец. Ну, правда, не очень удачно. Зачем Торбьорн в атаке, мне, конечно, это крайне непонятно, но пускай, пускай. Мог бы и нет. Но тем самым сейчас команда с красных находится в меньшинстве, потому что Total чувствует себя уверенно в своем, я думаю, составе. В отличие от рандомов, у которых сейчас как минимум одна замена. Трой достаточно такой рафляновый. Опять Инфис у нас залетает. Сделал пару панчей. Так, скинули солдата с хайграунда, это очень важно, но тут не очень удачно подвернулся Торбьорн. Панч уже заходит на точку, начинается оспаривание этого объекта, но погибает. Так, пошла ульта у нас от Мерси. Красная команда, отличный шаттервер. Солдатам нужно закончить. Вот это не очень хорошо. Не дать солдату, не дать солдату разультиться. Я в тебя верю. РХ, шифтуй! Брат. Ну, нет. Оценила я команду из рандомов. Они прямо на ваших глазах уже практически захватывают объект, вытесняют последних героев, которые остаются. Это обезьяна, меха. Дива лишается своей мехи и головы в том числе. И команда красных спокойно сейчас отвоевывает точку. Да, достаточно быстро забрали первый поинт. Достаточно быстро. Да, хочу отметить то, что неплохо исполняет роль снайпера Лена. Я этого, честно, не ожидала от нее. Видела, что она там пристрелила Мерси. Возможно, случайно. Мерси Мейнер пристрелил Мерси. Ирония. Так, Мэй пошла, сдала ультимейт. РХ не успел выйти из него своим шифтом. Сейчас практически трое героев было заморожено, и большая часть команды красных сейчас отправится в таверну. Ну, это, в принципе, пока не так критично. Вот, зачем, конечно, сейчас... А, ну хотя неплохо. Давай, все, пошли ресы. И неудачно у нас попалась Мерси синей команды.
Ее смогли подбить, и в итоге команда красных снова регрупнулась и продолжает тащить груз, продамаживает Лена, и Лена умирает, Дива не боялась пожать свой ультимейт, но, к сожалению, никого не забрала. Лену, тем не менее, мреснули у нас. Продолжают напиливать щит Райнхарда. Сейчас самое важное Райнхарду это... Ох, как же так? Это было больно. Как же так? Бедный Гензи, мне его жалко. Танкрат. Каждый раз, когда умирает какой-то Гензи, в одном мире плачу я. Это очень больно. Особенно от Джампера, как я понимаю его. Было очень-очень. Быстро как-то синяя команда дала до второй точки дойти. Да, как-то, да, я бы даже не сказала бы, что сейчас Total это команда, которая не рандомы. Да. А рандомы да. Это не Total. Да, да, да. Где Total Annihilation? Please, show it. О, смотрим. Клена гоняет Диву. Да. Что бы это ни значило. Пошел ультимейт от солдата. Ну, в принципе, неплохо, но... Нужно сейчас срочно набирать Гензи новый тиммейт. Вот, пошла мерка. Колесо. Отличное колесо. Просто отличное. Просто MVP матча, потому что он не дает команде синим продохнуть ни Гензи, никому. Конечно, конечно. И самое важное то, что в данной ситуации синяя команда очень много инвестирует в каждый бой. Ох, отлично, отлично, но почему-то красная не решила помочь своему другу. Но, тем не менее, у красных пока больше пиков, нежели... Простая геометрия прилетела в голову Мерси. Очень жалко. Это очень больно. Да, синих в меньшинстве еще прожимаются драконы. Драконы никого, к сожалению, не задели. Я все же жду ультимейт от Гензи. У него уже, в принципе... А, все. Не сегодня. Не сегодня, опять же. Не дали Гензи разлучить. Но, однако, вот, ресы пошли. Очень классно играет Панчу. Очень уверенно. И, я думаю, у него больше всего времени возле пейлоуда. Отличная выживаемость. Ну, вот сейчас команда разыгралась. Синие сдали гравитон, сдали меч. Но вот три ультимейта за один тимфайт, ну как-то... Ну и он привел как раз таки к тимвайпу, фактически. Ну, тем не менее, смотри, у синей команды, у Тотала, собственно, пока что один ультимейт, Дива и солдат близки, им нужно как можно быстрее их накопить, потому что в ином случае у рандомов пока что побольше. Уже скоро будет андинг-хранитель, и можно будет спокойно заходить. И толкать груз сзади. Вот уже 4 ультимейта. Напиливает. Но вот не ту цель, братан. Все, ну, неплохо. Отогнали, тем не менее. Мерси решила не проживать свой ультимейт. Просто отступить. Сейчас они быстренько регрупнутся. И со своим ультимейтом вполне смогут зайти. Прекрасный рефлект от Сириуса. Прекрасно просто. Вывели они Джанкарта, заставили ждать его с базы. Но... Отомстил за всю боль. Да, отомстил за всю боль. Боль всех Гензи мейнеров. Ну как-то подсобрались сейчас. Синие не дают уже подойти так просто к грузу и контролируя ситуацию. Береза, кстати, вместо вдовы... Я, пожалуй, посмотрю за этой захватывающей. Пошли ультимейты. РХ сдал стан, но, к сожалению, не... Пошли басы. Супер. Очень красивый ультимейт в ответ от Ханны Сон. Она забирает с собой двоих персонажей команды красных. И снова они вынуждены рандомы отступить. У рандомов, что очень странно, было очень много ультимейтов. Сразу решили хотя бы инвестировать что-то в драку. С другой стороны, может, тоже верно. На данный момент они в преимуществе пуль. Там можно попробовать реализовывать колесо. Вот едет колесо, посмотрим, сможете кого-то на основу собрать. Нет. Сириус заденайл это колесо очень грамотно.
не дают дышать они бедному Бастиону. Тем не менее, команда красных уже подкралась к Русу и занимает хорошую позицию. Не стреляет только в рефлект. Отлично заходит сзади солдат. Делает минус по Бастиону солдат, тем не менее, тут же моментально уезжает на базу, но, в принципе, пока неплохо. Они могут сейчас регрупнуться и сделать что-то. Бедную Диву сжирают. Заря. Ну, ой. Гравитоны. Есть резхан из Сонула, но что дальше-то? Есть ультимейт от Бастиона. Выручает своих ребят и очень вовремя прожатый ультимейт, забирает двоих и подключается солдат, и в итоге не доносит оставшихся игроков красной команды. Вот сейчас Джанкрат не очень грамотно, конечно, нажал свой ультимейт. Очень близко к противникам, моментально разобрали и его, и колесо Сансары. Но, тем не менее, пока что преимущество... Ну, по-моему, все-таки красный. Играют они чуть-чуть поувереннее, но Дива не дает, конечно, своей бомбой сделать много грязи. Снова свап от Лена, она теперь берет обезьяну. Остальные герои остаются на... Остальные персонажи остаются на своих героев и прочее. Дива без Мекки, это сейчас очень опасно, ей нужно как можно быстрее набирать ее. Ультимейт от Ханза пошел, но немного мимо. Занимает неплохую позицию сзади, попытался раздамажить и принимает на себя немножко внимания, находит и добивает ее. Прижимает свой ультимейт, забирает тем самым Мерси, и сейчас все персонажи красной команды просто умирают от рук этого солдата, который зашел сзади и нажал кнопку Q. ГГВП. ГГВП. Ну, в принципе, на данный момент синяя команда крайне неплохо сыграла. А кто написал? This is my bad. This is my bad. Все понятно. Да, мы сейчас тогда в таком случае по новой начнем. This is actually my bad. Блин, вот это давай, вот. Давай, это а я походу просто сейчас забыл поменять, честно. Надо было сейчас переделать быстренько. Так, ну... Traveling to Numbani. Лол. А я что-то забыл, кстати. Сейчас. Не против играть в Quick, судя по всему. Ну, как-то это все равно не очень. Ну ладно. Ну да, в любом случае они не довезли и как бы... Все равно сейчас за эту сторону мы посмотрим. Как бы предположительное место пейлода я запомнил. Так что... Ну посмотрим, может быть... Сейчас... Лена взяла Бастиона. А? У нас давно Лена играет на хитскане. А, всю жизнь играла на хитскане, в скобочках. Первая игра, походу. В скобочках, да, первая игра. Это же заядлый. Он игрок. Мне, кстати, очень нравится костюм у Симметры, поэтому я, пожалуй, буду смотреть на игру от лица Симметры.
Да, костюм уничтожен. Этот драконий самый, наверное, красивый на данный момент. Горячий, чего уж там. Погибает Панчо. С Гензи тут получает по морде. Ой, очень много разменов делает команда Тотала. Это Люсио, погибает Месси. Сейчас команда красных находится без саппортов. Бедный Торбьерн, его там мекой раздавили, его турели, и все, завершают. Ну, команда Тотала очень быстро забирают тоже точку первую. Крайне быстро. И нужны. Очень классно играют Ханасон. Я тебе хочу сказать, я, пожалуйста, теперь за нее буду смотреть эту игру. Ну, Дива Мейнер, что с него взять? И тем временем точка уже практически, да? Уже в ногах. У нас Фара решила сыграть Роцк по-быстренькому. Да. Ой-ой-ой-ой, вот этого она явно, скорее всего, сейчас может... А, тут же дали инфу по турели. Кстати, во время, когда Торбьерн отходит сзади, и, возможно, у него получится какую-нибудь такую межзапакостную турель неожиданную поставить. Ну, поставить турели ты ему... Ой-ой-ой-ой, вот это он как-то очень... Да, это очень было странно, Фара быстро с ним же сопротивлялась. Да. Красная команда моментально просто услышала шаги Торбьерна и дали инфу, и разложили бедного гнома. Ой-ой-ой, вот сейчас будет большой бум! Ну, почти. Но, тем не менее, очень неплохие пики от Ханасон. Классно здесь играет, что Ханас... Ой, зачем? Не раскладывайся, сложись обратно, Лен. Ой, вот сейчас вообще красиво Фар сделала. Прям в полете бедную Мерси наказали. Да Мерси там просто уже, знаешь, мне кажется, платьем зацепилось, обсекло и подумала, что все. Время лететь, время лететь на базу. Время лететь на базу. Верно. Сириус не так агрессивно, конечно, играет, как мне хотелось бы, чтобы он агрессивно играл, но тем не менее... Играет с командой. Да, он играет с командой, тоже верно. Вот сейчас... Интересно, что они будут делать, будут ли они пробовать ворваться все-таки. Ой, шаттер двоих. Раздавил он Зарю у нас, Тотал. Это просто насилие. Ну да, это, к сожалению, насилие пока что. Уже потом готов Рокет Бараш. Персонажи так хорошо сейчас стоят для него, что мне кажется, что вот-вот и Ливень Возмездия их всех настигнет, да. Уже. Слишком много тиммейтов, Лена долго не проживет, да. Она попала под взрыв. Ну, тут безоговорочно задушили бедную, да, команду. Да, тут прям мы видим, что доминация на кор персонажей у... Вот как раз таки Ханасон очень классно еще отыграл Ректарион. Надеюсь, правильно прочла. Он практически не приземлялся на землю и постоянно ракетой в лицо в одного, в другого. Такая боль. Вот. 47 попаданий ракет. 46%. Молодец. Хороший очень результат на самом деле. Просто монстр. Хороший результат, это правда. Так, я так полагаю, мы сейчас быстро пересоздаем лобби. Ты настройки разве не можешь просто поменять? Да, нет, в ингейме. А, все, понятно. В ингейме нельзя же. И правда. Quick play settings. Вроде. Да. Сейчас быстренько всех приглашаем. Так. Так, так, так. Тотала. Все отлично. Сейчас, думаю, допригласят. Так, следующая карта у нас, собственно, Гибралтар.
И крайне интересно. Ну, два пейлода. Как бы хотелось бы код посмотреть, как ребята манипулируют чисто, скажем так, обилками, как они ведут себя в тимфайтах, потому что все-таки пейлод такая очень сложная вещь. Пейлод или захват точек? Не, пейлод, пейлод. Захват точек, она попроще, но тем не менее, как бы, позволяет показать умение игроков играть непосредственно вот уже, как отыгрыш именно своих персонажей. И вот, блин, интересно было бы, как там себя Фара поведет, как поведут другие, скажем так, игроки. Потому что пейлот — это все-таки такой очень пассивный геймплей со стороны защищающихся. То есть ты либо берешь, вот правда, очень много щитов, стараешься как можно больше поглотить урона, пока твои ДПСы занимаются почти тем же. Вот. Тотал негодует. Ну, тем не менее, как бы их команда все равно показала намного лучший результат. У них было в запасе чуть больше 6 минут. Так что, в любом случае, они как бы дотащили сверх того результата, который показали у нас рандомы. Ну, тем не менее, реально очень понравилась игра Хан и Сон. Очень много таких грязных бомб входило. Ты про ту грязную бомбу, когда она припарковалась перед лицом Торбьорна? Это было очень грязно. Это вообще грязно. Мне было больно смотреть, как бедный Торбьорн смотрит, как рушится его детище. Он прям сидит такой, говорит: за аниме, пацаны. Все, и в космос. И в космос вместе с турелью. Да, но она, честно, моя героиня. Обожаю девушек, которые хорошо играют. Подожди, а Ханусон девушка? А вот что, она написала Лене: Лена, почему ты играешь на вдове? Лена ответила: ну я же тебя убила, или ты меня убила? Ну то есть она что-то сказала, где был глагол в прошедшем времени и относился к Ханусон. И он был женского рода. Может, она это относилась как, типа, диву убила? Ну, не знаю. Я хочу верить в то, что Ханна Сон — это девушка. Тайна сегодняшнего стрима, покрытая мраком: Ханна Сон — девушка. Можно, можно, конечно, спросить, но я не ищу людей. Не-не-не-не-не-не. Мы пока... Мы потом разберемся после стрима. Мы еще не настолько близко знакомы. Да-да. Спрашивать пола у игрока. Перекините команды, они у них... Ну ладно, окей. Просит перекинуть. Перекинем. Так. Сириус, Ханасон. Подожди, Ханасон с Леной же ведь были, да? Я у них состав это уже плохо помню. Не, все правильно. Не-не-не, все правильно. По Думфисту, да, вот. Опа, Соню к ним. Кому к ним? Не твой. У меня такой нескромный вопрос, где, собственно, команда Лены? А, моментально, понятно. Она ждала, что ли, когда я перекину. Ну ладно. Итак. Watchpoint Гибралтар. Сейчас проверим готовность команд. Серега, вот я же говорил, что он все-таки, походу, парень. Я же говорил, что он, походу, это трап. Пишет: трап. Не верьте. <с->
Ну, у Кали вопросов нет. Тут как бы и ник женский, и персонаж женский. Ну да, да, тут все. Тут все сходится. Так, ну все, ладно. Еще подождите, они там написали плюс. Ну ладно. Плюс так плюс все написали. При претензий нет. Да. Кто прав и каша, тот. Понятно. Тот Стян. Тот Ханасон. Мне кажется, обидно было. Да, бедный Ханасон, мне кажется, он сейчас сидит такой. За кого вы меня там принимаете вообще? Вообще удивительно, уже два дива мейнера на турнире, и все парни. И все любят корейских девушек. Вот, я тоже сидела, подумала, о, наконец-то у Лео появился конкурент. И кто? Женщина! Женщина! А тут Трап, да? Все ясно. Мне кажется, это просто клон или брат потерянный в детстве. Ну да, да. Команда обсуждают деликатные тонкости Ханнессон. Ханнессона, наверное, как-то теперь будем его сделать из него мужчину. Что сделает из него мужчину? С него сделает мужчину, не пик дивы. Плохая шутка, я знаю, но ладно, извините. Предвзятое отношение к дивам у меня просто. Так. Пишет, вся бумонка смотрит. Вся бумонка. Привет, БМТСУшникам. Как дела? Квертикс будет играть на Мойре. Ну, удержаться кстати, нет. Мойра сейчас очень сильный персонаж. Скиллсет достаточно сильный. Она очень круто заезжает в узких проемах. В узких местах. Это прям вообще просто жесть. Особенно да. Ее... Вот этот шифт меня, конечно, больше прям напрягает. Но Дива его жрет. Дива это явный контрпик Мойре. Ну да, логично. А еще мне нравится, что она присасывается как симметра и... Ой, да еще и на такие дистанции. Но опять вот команда рандомов играет через бастион, но не могут задепать. Слишком много дайва пошло. Но тем не менее забрали Гензи. Гензи заплутал. Мойра сделала, в принципе, много грязи против него. Да, Мойра здесь очень много урона влила и подхила одновременно. Очень классно, мне нравится. Кстати, я сейчас только заметил, что Реликс играет у нас в этот раз сам на Гензи. Ну, как-то очень пассивно. Давай, брат. Вот, отлично. РХ забрали. Нужно доработать теперь по саппортам, но не по диве. Очень агрессивно команда Total играет в нападении. Это еще было заметно с предыдущей карты. И вот в этой они снова показывают, как они просто разрывают на части. Все проходит, не дают долго жить. Сноуболят очень много. Вот бедную мерку, давайте, выгребайте ее отсюда. Она не должна умереть прямо сейчас. Уже есть достаточно много ультимейтов. Это именно ультимейт Ханнессон. Есть Рокет Бараш и Алкин Ангел Хранитель, прости господи. У команды красных. Ой, о, отличный шаттер. Прекрасный шаттер просто. Отличные защитные пассы. Команда красных прожимает. И сейчас просто порошок стирает команду защиты. Тем не менее, живут. Реликс очень долго жил. Реликс. Очень сильно прошел. Вот, отлично. Очень сильно просто прошел урон по... РХ. Вот. И все, отыграли все. Да, 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 наконец-то дотащили. Очень долго не отрывались от пейлоуда, но ребята из рандомов собрались и оттащили. Ну, и давно сказали... пора на самом деле. Угу. Давно пора. Потому что очень много дотащили команда Тотала. Очень много дотащили. Пошел клинок. Пока забирают только Арию, бедная Ария расплатилась и сразу же забирает еще троих персонажей. Красиво. Отличный меч. Ну, даже несмотря на то, что колесо забрало двоих, тут же пошли ресы и все, вся команда снова в полном составе.
не дали никакого вообще шанса. Сейчас, к сожалению, у команды рандома будут сильные проблемы, потому что они респанулись на прошлом респауне. И сейчас снова будут добивать. Да, Ханасон вырезает в соло Мойру, чуть не добила Джанкрата, он успел скрыться. И они дальше тащат груз. Ну, как только Диву развалили, пошел нановайзер. Ой, прошу прощения, Вайзер. Вайзер, да. Просто Вайзер без нано. О, щит от Ленки, кстати говоря, спас ситуацию, прикрыл оставшихся персонажей и дал шанс еще немножко поиграть в своей команде. Опять просто Total делает Total Annihilation, просто команда рандомов делает прекрасный шаттер. Меч рандомов не спасает, хоть и делает один пик. Но, кстати, шанс отыграться пока есть. Делает грязь, он с помощью своих бомбочек прочего наскопил на ультимейт и сейчас добивает. Нет, не добивает. Ой-ой-ой, Эриктарион, как же он красиво не дал себя убить колесом сансары. Ничего, очень много делает здесь дэмэдж. Да, очень много дэмэджа делает Эриктарион. Сириус просто финиширует большинство лоу-хпшных персонажей. Тотал подхильтит Тотала. Вообще никак. Шаттер пошел. Следим. Гензи, я в тебя верю. Отличный меч. Просто изумительно. Реликс отлично отыграл сейчас. Сделал три важных минуса. Ну и Тоталу тут просто не дадут выжить. Хорошо сыграл Реликс. И все, сейчас должен добивать он солдата. Да, все. Делают у нас ресет. Команда Тотала. Будем. Может какие-то изменения. А, нет, не до конца ресет. Она у нас загуляла. Потеряла меху, я думаю, она быстро накопит, либо умрет и вернется, да, она решила второе. Ну и тут же солдата, так, отлично. Просто реликс, отличная игра. Сразу же Мерси погибает. Ой, красиво. Несмотря даже на то, что сейчас нажали команда Тотала меч, очень много пиков со стороны Тотала, рандомов. Реликс просто показывает отличную игру на Гензе. Он зонит, он много урона наносит и при этом добивает очень важные цели. Да-да, и он причем сразу наказывает за ошибки команды Total. Ты сам сказал, что сначала погибает Хан Сол, за ним зачем-то побежал солдат, он убивает солдата, и там же оказывается Мерси одна в этом углу, и он бы выжигает и ее в том числе. Да-да. Пошли басы, Реликс да, загулял немного. Он вынудил их прожать басы, он-то быстрее вернется. Ну вот сейчас походу, возможно, это будет ГГ. Потому что слишком много ультимейтов пошло со стороны команды Тотала. Влили сюда все, причем поставили еще стену, персонажи просто не могут выйти на груз. Пробегают сюда шаттер, и больше никто не сюда не придет. Ну, минуту. Не хватило им продержаться. Но, тем не менее, это неплохой результат. Если сейчас ребята из команды рандомов решат поиграть в дайв, что я очень чисто хотел бы верить, потому что команда Total очень сильно опирается на Райнхарда. Если, допустим, команда рандомов сейчас возьмет такой крайне агрессивный пик, опять же, того же Гензи, там, Макаки, Дивы и так далее, ну, блин, надеюсь, у них может что-то получиться. Пишут, зря верите, мы за спортивный футбол, как говорится. Поэтому, ребят, давайте не будем предвзято относиться к командам. Обе показали неплохие игры, где-то кто-то ошибался и так далее. Но, тем не менее, да. Команда Тотала слишком много пытается сделать для этой игры. Но, тем не менее, мы можем сейчас взглянуть уже то, что берется вдова на первый вот
первую часть. Вот, я хотел сказать насчет Дайва, зная Лену, ее любовь к Бастиону и вдове, мне кажется, про Дайв пик здесь. Ну, хотя нет, они все-таки берут. А, нет, все, вот свап идет. Вместо мартышки берется Ариса, и уже немножко менее мобильными становится команда рандомов. Ну, вот самое интересное, мне очень выглядит как-то, не знаю, странным пик Тотала, ну, именно команды. У них в качестве ДПС взят Джанкрат, что неплохо, и в качестве второго ДПС взята Мэй. Она взята скорее для контроля. Вопрос один. Хватит ли им, допустим, урона, дабы запилить... Вообще, как они будут контрить вдову, ладно, для начала? Ну, посмотрим. Я думаю, что вдова может сама себя законтрить плохим аимом. Плохим аимом. Будем верить в Лену. Лена, тащи мы за тебя. Так. Хотел бы последить немного за игрой, опять же, того же Реликса. Я очень надеюсь, что он все-таки покажет какую-то очень интересную игру. Так, кстати, очень хорошее здесь место и карта для Мойры. Она запускает туда свой шар. И, по идее, он там должен много урона наносить. Пытаются диву как можно быстрее из меки. Сделали это, сделали отлично. Не дать ей только вместе с Кверти. Сейчас вон туда бы этот шарик загнать. По самое не могу. Господи, Ариса пытается жить как может, лишь бы в бэклайне сделали несколько пиков. Колесо Сансары, вот это очень неприятно. Ну, успевает прижимать один... Кверти, к сожалению. Просто взглянить, Три на вырубающий ты. От Лены, три пика от Лены. Лена, вырубай читы, пожалуйста. Просто взгляните на эту... Мерси Мейнер, как говорится. Здравствуйте. Да на самом деле у меня там, не знаю, корейцы, родители. Да там просто, да, там походу корейский ген где-то у Лены нашли. Она решила его активировать, да, он у нее проснулся. Ультимейт. Ультимативная. Пошел меч. Не должен он дать выжить Мерси. Все, отлично. Убили двух саппортов. Очень хорошо сейчас разносит команды рандома. Просто не душит. Прямо говорят, дышит, не жалеет ультимативных. Ну и правильно, на самом деле. Так, последим за Имом. Так. Ну ладно. Там Кенджи все сделал. Нет, но тем не менее, то, что Лена сделала минус 3, я очень хочу, чтобы это было подгом, и я хочу взглянуть на это, серьезно. Да, все мы хотим. Но у нее подг сохранился. Попросим скинуть, если что, в личку. Да. Потому что я крайне удивлен. Тем не менее, у команды Total сейчас очень много ультимейтов. Нужно пробовать разводить на ультимейты. Как угодно, лишь бы они нажали хоть что-то. Меч очень близко. Так, пошел первый ультимейт у нас. Отличный Генджи просто. И рефлект хороший, но слишком много умерло за один раз шеттер. Первый он очень классно отыграл сейчас. Он использовал шаттер и тем самым остановил это. Вакханалию на пыл. Лена, прекрати. Опять колесо у нас пошло. От бедного саппорта. Ну сейчас реально. Он только побежал с базы. В принципе, наказать главное, чтобы он не попался на ловушку, потому что это самое опасное для Генди. Если он попадается на ловушку Джанкрата, это все, дыши пропало. Капкан сработал на Лену. На Лене. Лена, ну что же ты? Бедный Реликс ловит дискорда, плюхи от Зена, ох, и гранаты еще. Просто все больно. Но я вообще жду того момента, когда он снова залетит и... Не дают вот... вообще просто. Просто Ханна очень много делает фокуса. Просто очень много. Вот на этот момент прижимает сразу ультимативно, забирает двоих, панчу поддерживает, и это тимвайп практически. Сейчас вмешает, сдает свой главное нерв. Главное не дать умереть сейчас от бомбы, все отлично, да. Хороший тимвайп просто. Да, соглашусь сейчас с тобой, Жень. Просто изумительный тимвайп.
Нужно только не дать им зайти. Пожалуйста, не дайте им зайти. Электрон уже здесь прижимается спокойно с Диньяты. И они выигрывают немножко времени. Но тем не менее, щит ДРХ упал, а нет, слишком много пиков пошло. Жанка сделал очень много грязи. Очень много. Мерси находит Лену, и это было бы сейчас очень комично, если бы Мерси убила бы... Просто не твой нашел Эльпап на крыше, ну, Мерси, и согнал ее снизу, и вот Тотал добил ее только что, бедную Ленку. Ну, пока что все, в любом случае, есть шансы, у них как минимум два тимфайта, только нужно не затягивать с этим. Пишут. Вот пишут то, что да, Аиман. Они где-то, наверное, минуты полторы, вот Мерси пыталась быть, и потом подключился. И они таки добились. Не, Хана Сон там подключилась. Энзи есть меч. Нужно пробовать, потому что есть только ультимейт РХ. И самое главное, чтобы РХ не сдал его в Энзи. Очень быстро копится ультимейт Реликс. Он только-только прожимал его в предыдущем файте, и вот уже он готов. У Арии еще нет своего ультимейта, а у Гензи уже есть. Джанкер, тем не менее, тоже. Ой, он пытается поймать. Прожал. Отлично. Да. Сделал минус, но, к сожалению, команда развалилась в бэклайне. Да, к сожалению, ты классная, твоя команда умирает. Да, ты классная, твоя команда умирает. О, Тотал, прекрати. Что ты там делаешь? Джанкер с Голден Ганом. Скажи. Ну, да, Джанкер это на самом деле очень неприятная вещь. Очень много урона. 120 в лицо, это вам не шутка. Плюс мины, то есть ваншот. Вот. Тут даже вон Райнхард просто не живет. И боюсь, что сейчас это просто похороны. Да, да. Не дают вообще никак выжить команде. Слишком много летит от Тотала. Колесо уже, если что, на готове почти, поэтому... Идет рез, но... собирается. Генджи может накопить сейчас еще один ультимейт. Ему надо... Тут вообще без вариантов. Отличный все равно разруб... О, нет, вот-вот-вот про что я и говорил. Тотал с колесом. Он просто не даст. В любой непонятной ситуации прожимают ультимейт и вытаскивают. Ну, собственно, good game, well played. Команда Тотала с победой. А, кстати, момент не Лены. Вот жалко. Я бы хотел посмотреть, как она повесила три хедшота к ряду. Это шарпшутер. В любой непонятной ситуации машем мечом налево и направо. 12 Dragonblade Kills делает Генджи.